В 2009 году выходит гангстерский боевик про рэпера, знаменитого рэпера 50 Cent'а. Blood on the Sand. Вот так вот. Вот такая вот афроамериканец. Они просто не обижаются. Они обижаются на нигеров, на черных. Надо их. Они любят, когда их называют афроамериканцы. 50 Cent, это игра про тебя. Эй, нига! Так, выбираем нигу. Ну давай вот это. Игрушку я не играл, 50 Cent, Blonde on the Sound. Есть еще парочку игрушек про 50-ка. Ну, вообще, сам персонаж 50 Cent неоднозначный. Его музыка, ну, есть пара треков там. Но, как бы... А что без звука? Оу, тихо, погоди, нига. А что с... А чё у нас с музыкой? Ты чё, вообще всё вырубил? Так. Так, ну что? Игра на английском языке полностью. Чё у нас тут есть? О, можем стрелять. Игру я буду проходить, я люблю боевики. Я кайфую. Блин, начало пропустили. Что там вообще происходило? Просто надо было просто не ту кнопочку нажали. Давай, let's go! Такой я запрыгнул. Эй, надо пока! И чё ты хочешь сказать мне, Фифтико? Опа! Опа! На русском он трындит. Ах, вот вы засранцы. О, в тему. Чё там? Давай. Я нига, не фифти. Так, давай тут. Опа. Ух ты, золотишко? А Фифти любит золотишко. Хорош. Хорош. Чё ещё тут? Круголючий. Так, играем на Xbox 360. О, морда! Ты ли это? Плакаты, как же он себя любит. Как же он себя любит, ёптель. Так. Чё там? Воу, тихо. Ёптель, это чё? Чё-то громко. Мои уши. Так. Эти чё на русском трындят чё-то? Не, ну бодрячково играется, между прочим. Чё? Кто переводил эту игру? Ёпта, что за срамота? Воу, тихо, я просто стоял тут, тихо. Так, дай пособирать. Hey, 50, you're here. Как тут перезаряжаться? А, окей. Фифтя. Фифтик. Патрончики для АКшечки. Ну, уже радует, что тут АК есть. Когда есть пистолет, когда есть автомат АК. Это уже... Значит, игра уже крутая. Но не всегда.
О, морда. Бери. Бери плакат. Разбивай золотишко. Так, значит, она не выходила на писем. Угу. Ну, чё ты сидишь? Чё ты сидишь? Давай. Чё? На каком языке они? Тренде. Автомат. Ёптель. Ну горилла, вылитая горилла, смотри. Че у него там только не делали? Стреляли в этого 50. Это жесть. А здесь уже звук тише. Ну что вы хотите, старые игры. Ох уж эти старючие игры. Короче, если я сейчас нажму любую какую-нибудь кнопку, прервется видео. Вставка. Поэтому ну его нафиг. Это опасно, это опасно. Контрабанда, что? Так, что-то череп какой-то. Так, ну давай, ладно. Testing, Mr. 50, can you hear me? What in LA? Which way now? You need to cross to the other side of the street and try the rooftop. Да, перевод здесь, конечно, и великолепный. Мало того, что на английском, так еще и коверканный. О! Get down, man, get down! Получай! Воу! Говно! Не, ну бодрячково! О, морда! Все равно бодрячково смотрится. Почему бы и не поиграть? Так, давай на этот, на автомат. Он сюда? Так, что? А, амуниция, ага. О, ну-ка. О, дополнительные очки. А ну еще есть какая-нибудь хрень, куда можно стрельнуть? Так, а он прыгает? Оп, ну как-то... Как-то вот так он прыгает, да? Что это такое? О, типа слоумо? Нифигулечки! Не, ну нормально чё. Так, а что там на метакритике игра? Что она получила, интересно? Как бы дотянуться до того, засранца бы. Так, золотишко, прибарахлимся. Надо поближе, поближе подойти. Так. Власть. О. Прямо в голову, отлично, отлично. Давай, нига. Подожди, а тут морды нету? Ну, в смысле, плаката нету его? Не, вроде нету. Так, очучки мы заработали. Вот она, морда. Я только подумал о ней. Так. Давай. Мочи гасим. Так, золотишко. А, о, стоп, стоп. Отлично. Так, подожди. А, нам сюда. Нига. Погодям.
Спускаемся. Блядь, какие-то бешеные вообще, жесть. Какой-то разброс русских слов. Или что? Пойди разбери. Так. Давай перезаряжай. Ёптель, ёптель, тихо. Так, тихо, проходим. Да ёпта, опять уши! Минус уши, ребята! Минус уши! Сбивай! Хорош! Так. Ну что, ребятки, это 50 центик, собственно говоря. Кто не играл, тот, пожалуйста, запускайте его на Xbox 360 или на PlayStation 3, пожалуйста. Можете, собственно говоря, поиграть в нее, те, кто любит боевики. А, морда, вот она ты. Забирай. Забирай. Музыку я, кстати, выключу, потому что здесь по-любому уйдут авторские права, и YouTube за это будет от атулечки по попке. Татульки. Maybe down these stairs we can lift this shutter. А что у нас огненная горит? This dump is safe, right? Oh yes, of course. Raul will be out on the terrace. Так, нам. Нам туда, полюбаться. Да полюбаню, полюбаню. Там тут ничего. Кто? Иди сюда. Так, а чё вот это огненная? Как её включать? Вон как её включать. Иди сюда. Так быстро? Не, ну это не серьезно. Ушел. Ты уверен в этом? Ох ты, ёптель! Тихо, тихо, тихо! Так, стоять. Так, нам туда, пацаны. Гонста. Гонста, мы же гонста. Мы же гонстеры. Так, у нас еще тут гранатка есть. Хорошо. А как гранатки пускать? Запылевать. Давайте тут немножечко обшарим все это. Так, стоп, а мы тут были, кстати? Нет. Это Gangster Rap, ребята! Так. Так, вроде все. Вроде все обшарили. Ну пошли, пошли, не бзди. Воу, check out this view. Воу, ты че такой крикливый? Так, ну давай. Гонстя реп. Вот так, вот. Так, вот значит сюда. Окей. Фифтик. А ты че говорит такой фифтик? Я не фифтик, я сент.
очень-очень-очень движок такой похожий. Забыл, как игра называется, но движок... Движок неплохой у игры. Но вопрос в том, что хорошая ли игра. Или это на один разочек. Ну, все-таки как-никак какие-то приключения. Ну, затягивают, собственно говоря, затягивают. Мало того, что мы бандит и работаем на бандитов и убиваем бандитов. Это вообще нонсенс. Или мы не бандит? Кто-то хочет усомниться в этом? Так. Опа, опа. А у нас тут девки голые. А почему нас не пригласили к вашему празднику? Bring it on, motherfuckers! Да, motherfucker! Что значит не-не-не-не? Да-да-да-да! Отлично! Не, я конечно же, люблю! Тихо! Я, конечно же... Дробаш люблю, но уважаю это я больше всего. Акашечку. Акашечка-то это всё. Тут ты вот же как кидать, ёлки. К управлению надо немножечко привыкнуть. Так, нам сюда, да? Нет, с одной стороны, хорошо, что у нас есть напарник, он нам дорогу подсказывает. И, собственно говоря... Погоди, мы же тут были, какого хрена? А, ну у нас же стрелочка есть, ёптали. О! Погоди, а у нас тут этот был у нас? Yeah, так, погоди. Get down, man, get down! Get down, it. О, говно! Ой, морду не забыть взять. Incoming! Это уже другая. Так. Кто там мозги делает? Кто пытается, но не может нас убить. А ну халат. Тихо. Да перезарядиться, а потом ты умрешь. Молодец. Все, ребятки, на этом стоит закончить. Я буду игру проходить. Ну, все-таки за... Понятное дело, что трешовая вещь, но прикольная. Почему бы и не пострелять? Почему бы не вспомнить этого Фифтю? И пройти... Вот так! И пройти эту... игрушку. Опа, а у нас тут... А у нас тут время. У нас тут время пошло. Все, ребятки, до новых встреч. Играйте только в лучшее. И играть или нет, это уже вам решать. У нас есть помощь автора Дона Дали. Будем очень признательны. Любой денежки. И welcome back.